Гребцы из Ростовской области стали авторами двух рекордов Гиннесса на самое быстрое прохождение 100 километров по открытой воде и на самое большое расстояние, пройденное за 12 часов. В Сочи гребцы прибыли в воскресенье. Во время маршрута их сопровождали три яхты и вечные друзья моряков – дельфины. Знаете, как поднимает настроение, когда тебе тяжело, ты гребешь, ночь, и бах, стая дельфинов, они прям что-то чирикают там, вылетают из воды, ну это классно. Это прям подбадривает и дает надежду, что все хорошо, нас сопровождают не только яхты, но и дельфины. Сначала турецкие, потом российские дельфины сопровождали. В общем, класс. В составе команды как любители, так и чемпионы России, мира и даже участники Олимпийских игр. Изначально гребцы планировали пересечь Черное море за 45 часов, но ростовчанам удалось сделать практически невозможное – пройти дистанцию за 28 часов 18 минут. В порту Трабзона в гребную лодку сели 5 человек, которые установили первый рекорд – 50 миль по открытой воде. Потом их сменили другие участники команды, которые пошли на второй рекорд – не менее 12 часов на открытой воде. Оставшиеся расстояние до Сочи спортсмены меняли друг друга на веслах каждые 4 часа.